Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня, как и обещал, вот из комментариев выбрал какой дым. Вот такой синенький сегодня дым будет от фирмы Maxem, Maxem Fireworks. Вот такой дым Smoking Fontan Blue MA0511. Короче, также взял, ребята, повзрывать вот много различных петард, треугольники, мощные петарды, мощные, немощные, Корсары 4. Короче, много разных, все это будем тестить. Обязательно давайте уберу в карман. Предлагайте, кстати, какой дым в следующий раз взять. Давайте посмотрим, какой дым будет в этот раз. Потом выберем цвет для следующего видео. Так. Сейчас уберу все петарды в карман и будем начинать. Давайте сделаем небольшую связку с вот таких петард. Корсар от Maxem. Вот такие красненькие. Так, возьмем их несколько. Обожаю связочки, ребята. Напишите, как вам нравятся связки или нет. Мне очень нравится. Смотрите предыдущие ролики. Снимал предыдущий ролик, там был интересный дым. Обязательно зайдите на канал, посмотрите, кто не видел. Очень хорошо дымел. Надеюсь, в этот раз будет не хуже дым. Также напишите, какой цвет вам больше нравится. Брать на следующий раз большие дымы. У меня есть просто огромный дым. Белый, цветные дымы. Короче, интересные видео могут быть. Так что, если хотите, могу снять. Напишите только в комментарии. Ух, быстро разнесло. Так, давайте побросаю в траву. Посмотрим взрывы. Так, это у нас К-44. Ух, вот это дымяра, смотрите. Погода сырая, очень мощный дым сегодня будет. Так, давайте покажу следующую петарду. Вот такая П-200. Отлично. Так, дальше у нас агенция Свято П-2000. Называется Макси. Вот такая толщина, гипс. Должен быть мощный взрыв. Жесткач, ребята, мощные взрывы. Так, дальше у нас петарда с эффектом. Вот такая шутиха от Золотого Дракона. Дым плюс взрыв. Корсар 4. Так, дальше у нас петарда будет с треском, вот такой Корсар 4. Так, сейчас выберу еще петарду. Так, что у нас тут есть? Есть у нас жук. Так, жук нужно очень быстро бросить. Очень короткий фитиль. Давайте дальше смотреть, что есть. Так, бросим туда вот такой К-1000. Очень мощная петарда. Так, дальше. Корсар 4 с эффектом свист. Отличный взрыв. Следующая П-2000 черная. Так, тут, по-моему, да, 2 грамма флеша от фирмы Фурор.
Жесть, очень мощные взрывы. Корсар-4. По-моему, 2 взрыва. Так, бросим розочку со взрывом на дорогу, пусть покрутится. Есть теперь треугольник вот такой. Треугольник поменьше. О. Ух, поменьше треугольник взорвался, получше большого. Так, Корсар 4. По-моему, 2 взрыва. Слабенький Корсар 4. Так, есть. Давайте повзрываем. Вот такие петарды флешбангер от фирмы Максим К01. К0201. Так, флешбангеры. Вот так выглядят с фитилями. Так, сейчас. Короче, буду быстро их бросать. Так, попробую сразу 3. Колечко полетело. Так, дальше у нас двойной Корсар 4. Но почему-то не срабатывает всегда. Так, розочка, взрыв. Постараюсь вверх бросить. Так, ребята, смотрите, сейчас очень далеко брошу П-23, посмотрите взрыв. Мощная петарда. Так, давайте также брошу вот такую FP3. Просто мощнячие петарды. Не хочу близко бросать, потому что очень глушит. Так, Корсар 4 дальше. Так, и давайте напоследок бросим вот такой гром ТП-16. Есть. Что же, ребята, давайте затестим вот такой дым сегодняшний. Голубой, как наши хейтеры. Дым МА-0511, напоминает фирмы Максим. Так, давайте где-то здесь установим. И будем смотреть, как дымит.
Вот так, ребята, продымил дым, смотрите. Такое синее коптило здесь. Кому понравился дым, обязательно ставьте лайк. Видео получилось интересное, насыщенное. Много интересных взрывов. Кто хочет еще такое видео, обязательно пишите слово «хочу» в комментарии. Также предлагайте, какого цвета дым брать в следующий раз. Какой вы хотите видеть. Обязательно посмотрите предыдущее видео с дымами. Очень получились интересные, как и сегодня. Всем советую заценить. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Кто впервые на канале, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также в описании. Заходите обязательно в описании. В описании там ссылочка на канал, переходите. Очень много видео снимаю на второй канал. Обязательно заценивайте интересные ролики, думаю, всем понравится. С вас обязательно лайки, давайте наберем хотя бы 2000 лайков под этим видео. Думаю, я заслужил. Что ж, надеюсь, ролик всем понравился. Смотрите также здесь 4 видео, они тоже очень интересные. Может быть, вы их еще не видели или пропустили. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо огромное за просмотр. Пока-пока, до новых встреч.